Шановні учасники, я вітаю вас втретє на цьому курсі. Це вже третя частина і вона остання. І як ти всі три рази з нами, Катерина Руденко, це бізнес-тренерка з Ізраїлю, центру МСТС курсів з розвитку підприємництва. Всі учасники, які були на першому курсі, або на другому курсі, або сьогодні на третій, ви отримаєте всі частини по закінченню вебінару. Я передаю слово Катерині. Гарного настрою. Будьте щасливі. Спасибо, Наташа. Всім добрий день. Отмітьтесь, пожалуйста, що ви нас всі слышите, все хорошо, і у вас все работает. И тогда мы будем начинать. Галочку, плюсик, звездочку, смайлик, цветочек, что-нибудь для того, чтобы мы знали, что все работает. И мы будем начинать. Есть. Замечательно. Все, все остальные ничего не слышат. Окей. Хорошо, раз все работает, то мы начнем. У нас третья часть по оценке возможностей и оценку рынка. Собственно, основная задача посмотреть на те возможности, которые у меня есть, сформулировать их и посмотреть, каким образом я выхожу на новый рынок. Те, кто были на первой и на второй встрече, собственно, мы говорили на первой встрече о том, что такое моя рыночная возможность. То есть любое применение какой-то технологии, продукта, уникальной особенности моего продукта, как ответ на нужду клиента, это, собственно, является моей рыночной возможностью. Рыночная возможность очень важна для нас, потому как на основе рыночной возможности я понимаю, кому мне предлагать мой продукт. Так как у нас рынок получается очень динамический, он постоянно меняется, то, естественно, со временем я могу продумать, какому спектру нового вида клиентов или там географически каких-то отмечающих районов мне выгодно или мне важно или нужно обращаться для того, чтобы продвигать свой продукт. Основная ваша задача была на первой встрече сделать список особенностей вашего продукта или услуги, которую вы предоставляете, или, может быть, комплекса, который вы делаете, как с доставкой, допустим. То, что является особенностью вашего продукта или особенностью вашего бизнеса, это, в принципе, является той мощью, за которой клиент готов платить, а вы, в принципе, будете получать за это деньги. Поэтому очень важно, чтобы вот эти маркетинговые возможности, которые вы обсуждаете или вы на данный момент решаете, что они для вас важны, нужно их сформулировать. И на основе этого посмотреть, как я могу их предложить и кому. Вернемся к ценностям для клиента. Особенности должен оценивать мой клиент. Я, как человек, у которого есть бизнес, могу себе представлять или, может быть, как-то там рассчитывать на то, что я делаю, является ценностью. Но на самом деле ценности должен полностью оценивать мой клиент. Поэтому здесь вам очень важно общаться с вашими клиентами для того, чтобы понимать, что то, ради чего вы стараетесь, действительно приносит вашему клиенту какую-то пользу. Потому что очень часто вещи, на которые мы смотрим под определенным углом, они воспринимаются клиентами совсем-совсем иначе. Поэтому если, как мы делали в прошлом раз, я давала вам возможность посмотреть на разнообразие фильтров. Если я произвожу фильтры, фильтры бывают разные. Они могут быть для воды, для воздуха, для машины, медицинские фильтры и так далее, масляные фильтры. Таким образом, если я провозвожу какой-то вид фильтра, я могу продумать, что именно у меня уже есть, для того, чтобы эту сферу уже предложить своему клиенту,
не пытаясь на данный момент изобретать что-то новое. Поэтому ценности для клиента мы рассматриваем с точки зрения трех составляющих. Первая составляющая у нас идет функциональная. То есть мой продукт, моя услуга должны приносить какую-то функцию полезную моему клиенту. Это может быть питательные какие-то вещи, это может быть количество сахара или наоборот маленькое количество сахара в моем продукте. Это может быть доставка, если я ее делаю. Это может быть сертификат чистой органической продукции, которую, допустим, хочет употреблять мой клиент, потому как для него очень важно там здоровье. Здесь вторая составляющая у меня является эмоциональная. Люди на данный момент готовы платить за эмоции. Подумайте сами, вы готовы заплатить огромные деньги для того, чтобы пойти на концерт. Функций в нем мало, но эмоций очень много. И если мы готовы платить за положительные эмоции, то, естественно, любой клиент готов платить за положительные эмоции, получая ваш продукт. Это может быть красивая упаковка. Это может быть доставка в тот же день, это может быть какой-то сертификат того, что не было использовано никаких пестицидов для того, чтобы выращивать этот продукт, химикатов. И таким образом эмоциональная составляющая может, так сказать, продавать мой продукт, продвигать мой продукт. Я его продвигаю как не просто помидор, а некий томат, который имеет чисто экологически выращен, не пользовались мы химикатами для того, чтобы его выращивать, и он, там, скажем, может быть мясистый, он может быть очень хорош для томатного сока, он может быть очень плотный для того, чтобы его консервировать. Здесь есть функциональная, эмоциональная составляющая, как он выглядит и что я с этим буду делать. Естественно, очень много всего сейчас возникает с точки зрения социальной составляющей. Постарайтесь продумать, что в вашем бизнесе является социальной составляющей, то есть то, что дает возможность вашим клиентам общаться между собой. И здесь очень важно понимать, что на данный момент информационно-коммуникационные технологии, которые у вас уже есть в вашем доступе, они должны и сыграть свою роль. Это форумы, это Facebook, это сети, это некие сайты, которые позволяют вам общаться на данный момент с вашими клиентами и таким образом позволять с вашим клиентом продвигать продукт, между прочим, сами с собой. Таким образом, получается ситуация, по которой я показываю, что у меня есть, а мой клиент дальше с этим моим продуктом работает. То есть, если я могу прописать четко эти функциональные составляющие, эмоциональные и социальные, я знаю, как подойти к клиенту и могу описать все плюсы моей услуги или моего продукта. Опять-таки, основываясь на этих ценностях. Когда я понимаю, что у меня есть такого ценного, мне очень легко найти разнообразных клиентов, которые будут готовы платить за мой продукт. И если они готовы платить, опять-таки, мне желательно иметь несколько вариантов таких клиентов. Когда я понимаю, что у меня есть к кому обращаться, это позволяет мне открывать новые возможности, новый рынок и таким образом продвигать дальше продукцию. На данный момент из последних вещей, которые я видела на сайте проекта, была очень интересная статья по поводу индустрии упаковки, которая будет на каком-то форуме, если я не ошибаюсь, я сброшу вам ссылочку тут, если вам будет это интересно. Эта статья очень красиво рассказывает о том, какие виды упаковки есть, как это можно упаковывать. И здесь действительно большое значение имеет то, как, насколько клиент будет, не знаю, доволен, рад, той упаковки, как она его может и эмоционально порадовать, и функциональной быть для того, чтобы продать мой продукт дороже. Потому что позволяя клиенту получить продукт таким образом, как он хочет,
Естественно, я могу за это брать больше сумму денег. То есть сейчас на данный момент у людей, которые были с нами на первой встрече и на второй встрече, должен быть список неких предложений или возможностей, которые вы хотите рассмотреть, список клиентов, который вы, опять-таки, рассматриваете с точки зрения продвижения своего продукта в эту сторону. И основная наша задача – выбрать ту возможность, которая на данный момент для нас является самой, что называется, привлекательной. Выбор возможности мы решили, что мы будем делать по системе координат, оценивая потенциал моей возможности, привлекательность ее, то, что есть, и оценивая сложность того, что есть. Потому что, ну, к сожалению, даже во всяких таких голубых очках есть какие-то минусы, и у нас есть всегда сложности продвижения с каким-то продуктом или с выходом на тот или иной рынок. Поэтому для того, чтобы не оставаться, скажем так, в неведении или не прыгать сразу в омут, которого мы не знаем, желательно очень хорошо продумать то, что у нас есть. Как мы рассчитываем потенциал и как мы рассчитываем сложности. Основная задача, опять-таки, мы всегда рассчитываем наш потенциал с точки зрения того, что мы знаем на данный момент и с точки зрения того, что происходит на данный момент с рынком. Если я рассчитываю это на данный момент, меня интересует дать как можно более четкий ответ, точный ответ, насколько выгодно то, что происходит на рынке. Поэтому здесь потенциал мы оцениваем с точки зрения причины приобрести. И тут у вас есть возможность пообщаться с вашим клиентом, потому что ваш клиент должен сказать, каковы причины приобрести именно этот продукт, именно эту услугу, именно у вас. Вам нужно будет оценить объем рынка. Это тоже делается очень легко, потому как вы можете зайти в интернет, посмотреть сайты с похожими продуктами, посмотреть какие-то ссылки, которые на данный момент есть, какие-то годовые отчеты по компаниям, которые производят похожий продукт, конкуренты ваши. И, естественно, меня интересует экономическая рентабельность. То есть если я понимаю, что на данный момент мне невыгодно или маржа, которую я буду получать, она будет недостаточно высокая, естественно, потенциал становится меньше. Нас интересует продукт или услуга, который может двигаться с точки зрения большого потенциала. То есть я хочу получать за это хорошие деньги. Если мы рассчитываем это с точки зрения оценки, то постарайтесь дать, скажем, до 30 баллов оценку, оценивая 10 баллов причину приобрести. Опять-таки спросите у своих клиентов, с которыми вы уже общались, объем рынка, насколько на данный момент у нас есть клиентов и каковы шансы того, что этот рынок будет увеличиваться. Например, есть определенные тренды, которые, ну, на данный момент становятся все больше и больше, и людей все больше интересует. Это ЗОЖ, здоровый образ жизни, это вегетарианцы, которые, опять-таки, тоже стараются искать разные варианты питания, здорового питания тоже частично. Это сыроеды. То есть такие варианты питания, которые вот в сельском хозяйстве могут быть выгодными с точки зрения того, что сейчас модно, и продавать эти продукты там. Все бы было здорово, но у нас есть определенные сложности с тем, что у нас происходит на рынке, в стране вообще. И тут нам нужно очень четко понимать, какие препятствия могут возникнуть с выходом той или иной продукции или с вашим выходом бизнеса на тот или иной рынок. И, например, может быть, человек не знает просто, как этот продукт естся, как этот продукт готовить, и что в нем полезного, каковы основные риски. Может быть, у нас на данный момент с точки зрения вашего финансирования, там, финансов вообще в компании,
это достаточно рисково выложить большую сумму. Поэтому для нас это может быть сложностью. Насколько можно будет тяжело или легко эти сложности преодолевать? Или это просто бюджет, или сейчас не нужно полностью разрабатывать какую-то новую систему, которую новую технологию, какую-то новый процесс работы. И здесь очень важно понимать, что вот эти сложности могут быть очень комплексными. Поэтому решаться они будут тоже, скажем, долго или наоборот. У меня на данный момент сейчас, я вижу, вышла какая-то новая технология, которая позволяет мне то же, что я хотел делать, делать гораздо быстрее. И за счет этого я могу действительно больше зарабатывать. То есть, имея вот эти вот возможности, наша основная задача – проверить и потенциал, и сложности выхода на рынок. Естественно, основная задача сейчас – положить это все на систему координат и понять, насколько та или иная возможность является для нас выгодной и с чего начать. То есть всегда у нас есть несколько идей, и наша основная задача понять, куда я сейчас иду. Очень часто у нас, скажем, возникает некоторое сомнение по поводу того, как вот эти сложности, а если вдруг этого нет, как мне это оценить. У нас могут быть дополнительные возможности или критерии, скажем, оценки, и эти критерии оценки – они могут просмотреться на основе бизнеса и вашего личного участия или, скажем, вашего какого-то характера, может быть, подхода к бизнесу. Это может быть личная какая-то инициатива или заинтересованность. То есть чем больше у меня заинтересованность в той или иной сфере, тем больше шансов, что у меня там все получится. То есть я там, скорее всего, всех знаю. Я знаю, как это работает, я знаю технологии, которые там работают таким или иным образом. Подходит ли это владельцу? Если вы совершенно не знаете рынок, не понимаете вообще, о чем говорят, то, естественно, это разговор голодного с сытым, которым будет очень тяжело найти общий язык. То есть здесь мне нужно понимать, что то, что мне нравится, то, во что я верю, оно хорошо работает, и я могу целенаправленно туда двигаться. Если мы рассчитываем на то, что у меня есть сейчас планы выходить на новый рынок, мне, естественно, нужен какой-то денежный оборот. Оставлять компанию или бизнес без денежного оборота очень рискованно, поэтому тут вы должны понимать, что у вас есть, скажем так, возможность крутиться финансово и продолжать свой бизнес, потому что те вещи, которые вы делаете уже на данный момент, они уже приносят вам деньги. Поэтому нам очень важно понимать, что то, что я сейчас собираюсь делать, оно не заберет у меня все мои финансы, и я смогу дальше функционировать так же, как я изначально рассчитывал. Может быть, у меня будут какие-то дополнительные нюансы или сложности для того, чтобы делать брендинг. Очень часто, и, скажем, на нашем последнем вебинаре Ирина Савченко сказала, что она собирается выращивать белую клубнику. Давайте посмотрим, сколько человек будет готово эту белую клубнику купить, потому что все-таки клубника ассоциируется с красным цветом, некая зрелость. Когда ты видишь белую, очень часто возникает вопрос о том, или она спелая. То есть сейчас брать деньги за что-то, что выглядит не так, как мы привыкли, кто-то, да, рискнет и возьмет, но далеко не все люди готовы первыми выпрыгнуть сюда на рынок для того, чтобы заплатить сумму и рискнуть и попробовать, а вдруг не понравится. Естественно, если у вас есть бизнес, в котором вы работаете семьей, и вы понимаете, что у вас есть рабочие, которые прекрасно следят за рынком и понимают, о чем речь, желательно вот эти вот критерии оценки делать вместе. То есть и с точки зрения сложности, о которых мы говорили до этого, и с точки зрения потенциала моего продукта, который мы тоже обговорили до этого, старайтесь делать оценку вместе, потому что то, как я вижу выход на рынок, потенциал, сложности, может быть в глазах моего работника или в глазах моего сотрудника, или в глазах владельца того же бизнеса тоже семейного,
может выглядеть все иначе. Картина будет в другом цвете. Поэтому обязательно давайте время на то, каким образом мы будем отбирать вот эти критерии оценки. Сейчас уже осознав и положив это на какую-то систему координат, очень важно понять, с чего мы вообще начинаем. Если систему координат, о которой мы говорили, нас интересует очень высокий потенциал и как можно меньше сложностей, тогда нам стоит туда идти. То есть на данный момент у меня есть 4 варианта составляющих, которые я могу там свою возможность, свой вариант выхода на рынок положить. Например, у меня есть очень низкий потенциал с, может быть, очень высокими сложностями, высокими расходами. Таким образом, у меня возникает сомнение по поводу того, зачем мне вообще туда лезть. Мало того, что сложно, и еще и получается, что потенциала мало. У меня есть возможность, да, взять какие-то новые технологии с очень высокими рисками, но и тогда очень будет высокий потенциал, скажем. То есть это вариант квадрата 2, который сейчас вы видите. И здесь у нас есть возможность, с одной стороны, очень хорошо заработать на потенциале, а с другой стороны, очень сомнительно, потому как рынок все-таки требует каких-то вкладов. Здесь можно подумать, стоит ли этим заняться из-за высокого потенциала и из-за того, могу ли я сейчас позволить себе заниматься решением проблем и принять вот эти вот рисковые какие-то шаги, решения, которые мне придется сделать на новом рынке. У нас есть третий квадрат, который, в принципе, является нашей золотой жилой. Если у вас получаются очень низкие сложности выхода на рынок и очень высокий потенциал, или, скажем, просто высокий и очень высокий потенциал, то, естественно, нам стоит обязательно заняться этой идеей. С точки зрения быстрого выигрыша тоже четвертый квадрат наш, это может быть низкие очень риски и достаточно средний, скажем, потенциал, которым стоит заняться. То есть я сейчас могу посмотреть на свои вот эти три варианта, вы их видите в трех цветах, оранжевый, голубой и синий, и из них третий и четвертый квадрат, он действительно является, так сказать, привлекательным для того, чтобы на этом заработать. То, что труднодостижимо и с высокими сложностями, мы можем оставить себе про запас. Может быть, у вас будет какая-то новая технология там, через полгода, и тогда та идея, которую вы сейчас рассматриваете, она будет релевантной для того, чтобы сделать то, что вы хотите. То есть, когда мы сейчас пытаемся выбрать основную идею, мы выбираем возможность не просто для того, чтобы сейчас все остальное бросить и обязательно идти в одну сторону, в новую сторону, мы выбираем для того, чтобы потом варьировать. Я не полностью отказываюсь от всех идей, я смотрю, что такого интересного, привлекательного на данный момент есть, и я оставляю какую-то возможность про запас. Потому что рынок опять-таки меняется, и если сейчас что-то поменяется, и я смогу работать и в ту сторону, в которую на данный момент я не могу себе позволить работать из-за рисков, потому как требуется, скажем, опять-таки технология какая-то, я могу это сделать через полгода. Кто-то это разрабатывает сейчас, я это проверял, и я знаю, что когда-то это будет возможно сделать. Итак, что мы выбираем? В принципе, естественно, в первую очередь у нас идет основная возможность. Во вторую очередь у нас идет план Б. Ну, что делать? Жизнь такова. Всегда стараешься посмотреть, а что будет, если вдруг у нас что-то там где-то не пойдет. Поэтому мы стараемся выбирать варианты, при которых мы, ну, скажем так, будем варьировать и оставить, сохранять себе возможность менять решение. Я знаю, что раньше было принято фокусироваться и вот сосредоточьтесь на чем-то одном.
Нету такого сейчас уже. Рынок меняется очень быстро. Те решения, которые вы принимаете сегодня, они могут быть через неделю совершенно другими. Потому как выходит много всего нового, много продуктов, много технологий, много всяких, не знаю, новшеств на рынке, модных вещей с точки зрения того, что есть и как преподносить. И если раньше котлеты были всегда мясные и рыбные, то сейчас они и гречаные, и чечевичные, и из чего только они могут быть, из кабачков и так далее. Поэтому сейчас очень важно понимать, что то, как вы принимаете решение, оно все равно будет меняться. Поэтому, ну, когда у нас есть, там, скажем, 3, 4, 5 вариантов работы, то работая, скажем, с бизнесами, которые работают всей группой, доверяют своим работникам, когда их просят фокусироваться, они себя чувствуют, как маленький ребенок в лавке со сладостями, потому что хочется и этого, и этого, и этого, и всего. И что значит «выбери что-то одно»? Тяжело выбрать что-то одно. Тем более, что я прекрасно понимаю, что это мой бизнес и мой доход, и я, естественно, хочу его развивать как можно лучше. Поэтому тут на данный момент, к сожалению, у меня для вас такая вот, ну, скажем так, не совсем приятная новость. Идеального варианта нет. Он может быть идеальным на сегодня, но, может быть, через 2 дня он будет уже не идеальным, потому что сейчас, когда вы принимаете решение, вы основываетесь на том, что вы знаете, а через 2-3 дня вы будете знать что-то другое или что-то дополнительное. Поэтому у вас всегда должно быть несколько предложений. Эти несколько предложений позволят вам как-то более фокусированно смотреть на вещи. Это не отменяет неопределенность. Неопределенность всегда есть. Тем более, опять-таки, на динамичном рынке, который постоянно меняется, эти неопределенности тоже появляются, и они разные, эти неопределенности. Сам рынок меняется. Поэтому, когда мы принимаем решение, наша основная задача – посмотреть, каковы мои варианты, и остаться не с одним вариантом, ни в коем случае. А опять-таки я вернусь, нам нужно остаться, во-первых, с вариантом основным, а во-вторых, с вариантом плана Б. И может быть еще что-нибудь про запас. То есть из тех вещей, которые вы сейчас оцениваете, ваша основная задача просмотреть, насколько они реальны и дают вам возможность заработать. Когда мы фокусируемся, в принципе, наша основная задача найти этот компромисс, с чего начать. Нам нужно обязательно найти гибкость, потому что, опять-таки, хочется это, хочется второе, хочется пятое, хочется десятое. Поэтому выбор основной, который у меня может быть из всех вариантов, которые есть, он должен быть, скажем, в примерно похожем направлении. Желательно не менять полностью направление фирмы, или если вы хотите добавить туда что-то, то не отказываться от того, что вам уже сейчас на данный момент приносит доход. Выбирать те возможности роста, которые сейчас у вас есть, которые для вас открыты, для того, чтобы снизить рынки, естественно, и повысить ваш доход. Или, опять-таки, повысить ваш доход с минимальными усилиями. Это то, о чем мечтает каждый бизнесмен, как сделать так, чтобы денежки текли, и очень мало времени приходилось удивлять тому, как мы решаем проблемы, и что нам нужно в нашем бизнесе. Поэтому мы говорим о том, что вот этот инструмент, позволяя нам положить наши варианты на систему координат, дает возможность гибкости, с чего начать и куда дальше потом, сегодня, завтра или там через неделю, через полгода можно будет еще раз пойти. Была еще одна дополнительная статья, опять-таки тоже на сайте UHBDP, по поводу темы динамика рынка. То есть здесь идет возможность будущего, так сказать. И вопрос на $1 миллион, действительно, кто из вас
задумывается о том, я вам скинула ссылочку на статью в чат, сколько из вас задумывались о том, как вообще будут выглядеть те овощи, фрукты и вообще наш плодово-овощевой рынок в будущем? Или, может быть, не только с точки зрения клиента, как он будет выглядеть, а как он будет выглядеть с точки зрения сельского хозяйства, что мы сможем выращивать, потому как вы все прекрасно обращаете внимание о том, что ваш климат меняется. Поэтому для того, чтобы соответствовать, для того, чтобы иметь доход, мне нужно очень четко понимать, что я могу зарабатывать деньги, могу выращивать этот продукт с теми ресурсами, которые у меня сейчас есть. Некоторые вещи будут стоить очень дорого. То есть, опять-таки, у меня есть определенные риски. Если у меня есть клиент, который готов платить дорого за определенный продукт, я это буду делать. Но мне желательно продумывать о том, что я могу сделать для того, чтобы у меня это все работало замечательно. То есть, с ориентированием на будущее. Поэтому мое предложение вам показать еще одну модель мышления. Это называется мыслить в трех коробках, three box thinking. То есть мы, скажем так, будем мыслить в трех измерениях. Бизнес никто не отменял, он приносит мне доход. Мне очень важно понимать, что он мне приносит доход. Поэтому самое большее количество времени должно, естественно, занимать решение насущных проблем. Что у меня происходит в бизнесе, как я с этим работаю, чего такого мне нужно сделать для того, чтобы все эти процессы работали замечательно. И, естественно, все вот эти тушения пожаров сегодня на сегодня, того, что приносит доход. На это должно уходить максимум нашего времени. Мне обязательно нужно избавляться от каких-то прошлых побед, потому что то, что раньше, когда-то, давно было полезно, и я в этом был хорош, это, конечно, здорово. Но за счет того, что рынок меняется, а мы уверены в том, что у нас раньше получалось хорошо и было лучше всего, мы это не отпускаем. И этот рынок не дает нам двигаться дальше. Те наши привычки, которые когда-то были релевантны, которые когда-то действительно были актуальными, они уже не актуальны на данный момент. Поэтому мне очень важно понимать, что то, что я делаю, и оно релевантно, и оно соответствует тому, где я сейчас нахожусь. Вот этот 21 век, в котором я нахожусь, естественно, должен соответствовать и продуктам, и процессам работы. И если на данный момент у вас до сих пор нет ни сайта, ни вашего блога, ни Фейсбука, то у вас огромные проблемы, потому что люди оттуда ориентируются на то, где покупать, как покупать, и ориентируются, почем покупать, включая некие рекомендации на тот или иной бизнес, у кого стоит купить. Скажем, еще один бокс, еще одна коробка, в которой нам нужно мыслить, это создавать будущее. В предыдущем слайде, когда я вам показала о том, как будет выглядеть динамика рынка с точки зрения растений, которые вы сможете выращивать у себя уже в Украине из-за изменения климата, вы должны понимать, что вы должны создавать это будущее сейчас. Если я об этом не задумываюсь, у меня с этим проблемы. И проблемы будут вдруг через год, через два, с тем, что я не могу вырастить тот или иной продукт. Поэтому старайтесь обращать внимание на ту информацию, которую вам дают. Благо у вас есть достойные информаторы, которые позволяют вам найти эту информацию на самом сайте, просмотреть ее очень четко. И дают вам основные идеи. Если я сейчас, скажем, разделю количество времени, которое вы уделяете в бизнесе на эти три вида мышления, на эти три измерения, то желательно, скажем, насущные проблемы решать примерно 70% времени, еще 20% времени периодически пересматривать, от чего нужно отказываться, что мы уже такого сделали, что уже бесполезно,
Если раньше белый хлеб это было здорово, то сейчас все все-таки смотрят на то, что хлеб там будет цельный, больше ценится, темный, ржаной, там с разными видами, более здоровый, без закваски и так далее и тому подобное. То есть давайте избавляться от того, что уже с точки зрения наших клиентов считается ненужным, менее полезным. И еще, скажем, 10% это создавать вот это будущее. Постарайтесь общаться с вашими рабочими, посмотреть, как они оценивают ваши варианты. Может быть, их оценка потенциала на рынке совершенно другая, или, может быть, у них есть новые возможности, о которых раньше вы или ваша организация не задумалась. Когда мы просматриваем рекомендации того, что мы делаем, то мы, естественно, оцениваем разнообразные возможности. Наша основная задача – оценить. Оценить с точки зрения технологии, почему раньше этого не делали, почему раньше, допустим, было что-то похожее или наоборот не было, или было, а сейчас не нужно. Старайтесь оценивать, как, что с этим делать. Разбирайте ваши продукты на какие-то уникальные составляющие. Сейчас возможность получить сертификат для того, чтобы продавать чистый продукт или для того, чтобы продавать его в магазинах, которые ориентированы на экологически чистую продукцию, это действительно уникальность, потому что возможность полностью это получить, предъявить этот сертификат, выращивать весь процесс этот и подтвердить лабораторные анализы, естественно, вам дает большой плюс. Поэтому здесь создайте вот эти ваши предложения, которые будут построены на уникальных способностях бизнеса, на уникальности того, что вы можете сделать доставку с сегодня на сегодня в несколько часов. Или уникальность того, что на данный момент человек знает, где это росло, или уникальность того, что он может на это посмотреть, я не знаю, у вас там есть видеокамера, он туда посмотрит, скажет, вот, мне вот там, вот с той стороны, в том углу у меня там растет, я его заказал. То есть и иногда у нашего клиента действительно возникают совершенно, не знаю, может быть, какие-то интересные или дикие пожелания, но с другой стороны, наш клиент, он готов за это платить. Если вы найдете общий язык, здесь, естественно, идет выбор. Этот выбор идет по соответствии продукта рынку. Например, насколько ваш продукт соответствует вашему клиенту или рынку. Они вообще название такое знают, если вы хотите что-то новое расти. Или если мы говорим о том, что, может быть, есть какая-то новая технология, вы ее сейчас пытаетесь вашему клиенту объяснить, а у него понятия нет, и он понимает или наоборот думает, что вы ему сейчас лапшу на уши вешаете. То есть здесь нужно понимать, что мой рынок готов к тому, что я туда выхожу. Например, многие из вас, скорее всего, знают, что такое PayPal, и, естественно, некоторые из вас наверняка таким возможностью оплаты пользуются. PayPal изначально, когда они вышли на рынок, они собирались работать с банками и с большими бизнесами. И они поняли, что они могут работать с частными лицами тогда, когда к ним начали звонить частные лица мелкого бизнеса и говорили, давайте, мы вам готовы, это интересно, мы хотим. То есть людям пришлось убеждать PayPal, собственно, людей, которые придумали эту услугу, продавать им эту услугу, потому что изначально они не были в списках клиентов, для которых они, PayPal думал, что они будут работать. То есть нам нужно понимать, что вот эти вот технологические составляющие, связи, которые у вас есть, кто это будет вывозить, как это будет работать, через кого вы будете это покупать или продавать, или какую-то ценность дополнительную, которая у вас должна быть в вот этой составляющей. Если вы обратите внимание, у вас здесь внизу есть некие колечки такие, они или фигурируют отдельно, или чуть-чуть заходят одна на другое кольцо, или сильно заходят одно на другое. То есть здесь я смотрю,
на свой выбор возможностей с точки зрения, насколько идет соответствие продукта рынку. Если у меня сейчас мой клиент готов платить только за то, что экологически чистый, имеет сертификат, он хочет постоянно эту бумажку, и он будет постоянно вас просить предоставить вашу продукцию в лабораторию, если у вас есть возможность соответствовать, пожалуйста, если он готов за это платить, потому что это, естественно, стоит дополнительные деньги. И использование лаборатории, и сертификат, и постоянная доставка. Мой выбор, естественно, должен соответствовать вашему клиенту. Например, насколько вообще есть ценность моего продукта в глазах клиента. То есть я проверяю соответствие рынка моему клиенту и как выглядит моя возможность на этом рынке для клиента. Может быть, мне нужно будет строить новый канал продаж вообще. Если я начинаю строить полностью новый канал продаж, это, на это может уйти много времени. Я смотрю, там картинка чуть-чуть зашла на третью составляющую. Третья составляющая – это сарафанное радио. Сарафанное радио, в принципе, позволяет вам приобрести как можно больше клиентов, ну, скажем так, бесплатно. Если правильно работать, то через сети, через интернет вы можете действительно использовать не только продвижение своего продукта, вы можете еще использовать приманивание клиента. То есть зайти и сделать какую-то рекламу, или написать какой-то отзыв, или написать какие-то рекомендации, что нужно проверить для того, чтобы быть уверенным, что получаете очень хороший, качественный, чисто выращенный продукт, нужно сделать раз, два, три. Если вы сделали ссылочку и написано, что вы тот бизнес, который занимается еще чистыми продуктами, то они, естественно, зайдут потом на вашу страничку и тоже посмотрят, что с этим происходит. То есть мой клиент на данный момент хочет убедиться, что то, что он делает, правильно. Что значит правильно? И на данный момент есть некая тенденция постоянно делать рекомендации или получать рекомендации о том, где я что беру, что я покупаю, какого оно качества, что мне с этим делать. Поэтому выбор моих предложений должен обязательно быть с точки зрения того, чем я хочу и чем мне нужно заняться. В первую очередь, опять-таки, какой у меня будет план Б и что у меня будет происходить, там, скажем, на потом. Потому как сейчас, если у меня есть возможность выращивать чистую продукцию, это здорово. Но если у меня нет сейчас канала продажи, но он может появиться через полгода, через 4 месяца, через год, то я оставляю возможность вот этой доставки для себя в уме и периодически это буду просматривать. То есть на данный момент моя основная задача – выбрать то, что я делаю, или с точки зрения заняться в первую очередь, или с точки зрения сохранить эту опцию или отложить эту опцию. Основываясь на этих всех составляющих, я понимаю, куда я иду. Теперь давайте чуть-чуть обойдемся с примерами. UHBDP дает великолепную возможность, во-первых, оценить вашу возможность выхода на новые рынки или, может быть, с новыми продуктами за счет того, что меняется экология. Это вы можете найти у них на сайте. И дополнительно есть еще одна статья «Плодовощевой контракт». То есть сейчас, когда вы рассматриваете свои возможности, насколько реально вы смотрите на то или иное сотрудничество. Я вам сейчас сбрасываю ссылочку, еще одну, которая, в принципе, может вас привести на оценку вашей возможности, где это здесь, куда двигается торговый сезон 2020, что, собственно, вас ожидает в этом торговом сезоне. Посмотрите на те варианты возможностей, которые вы отметили,
И основываясь на том, что сейчас предлагают в сезоне, постарайтесь посмотреть, насколько ваша возможность является реальной или вообще соответствует тому, что будет происходить в 2020 году. То есть, если мы на данный момент рассматриваем рынок, который вот уже сейчас будет выходить и уже будут покупать, и я понимаю, куда идти, с кем я буду работать, кто эти трейдеры, которые будут обязательно там со мной работать, или, может быть, я только сейчас начну с ними работать. Мне нужно понимать, как это будет двигаться, насколько ваша возможность или то, как вы рассчитали потенциал вашей возможности, берем в расчет вот эти вот новые данные, которые я вам сейчас сбросила. Потому как особенности клиента и особенности ваших возможностей обязательно должны соприкасаться. И здесь вопрос, сможете ли вы на данный момент очень четко выйти с вашей возможностью на рынок уже в 2020 году. Не на будущий год, потому что сейчас уже вы точно решили для себя, чем вы собираетесь заниматься. Посмотрите на свои возможности, на те варианты, которые вы для себя на данный момент решили, и оцените это с точки зрения того, что я вам сейчас оставила на трех ссылках. Если вы собираетесь продавать новому клиенту как частник, то есть бизнес будет продавать клиенту, то, может быть, условия новые упаковки или разновидности упаковки – это то, что может быть вам полезно. Если мы сейчас говорим о больших объемах, то, может быть, будет интересно форум и посмотреть, что, собственно, такого полезного или очень специфического будет предлагать рынок 2020 года. Собственно, год закончится достаточно быстро, поэтому сейчас для того, чтобы реализовать ваши возможности, нужно начинать это делать прямо сейчас. Если вы изначально не принимали решения и не рассматривали новые возможности, опять-таки, как пример черных помидор или как пример белой клубники, то есть мне становится сложнее быть на рынке особенным. Опишите свои особенности и положите их на ваше соответствие рынку. Здесь я вам сейчас покажу один бланк, который, в принципе, может полностью сосредоточить ваши возможности, скажем, из пяти возможностей, о которых мы говорили, и которые там обсуждали, и которые вы оценивали, и вы их уже где-то как-то положили на систему координат, можно понять, насколько эти возможности подходят моему рынку, насколько они соответствуют моему клиенту, для того, чтобы понять, или я могу это сейчас сделать, или все-таки от этого отказаться на данный момент. За счет того, что рынок динамичный, менять нужно все и постоянно. Как инструмент желательно работать, опять-таки, группой, потому что один человек оценивает это один образом, а если мы работаем группой, то у нас больше вариантов выхода на рынок, больше возможностей, и эти возможности, ну, скажем так, можно иногда прописывать кардинально фантастические, потому как это то, что нам хочется. Хотелось бы, чтобы Жюль Верн тоже когда-то придумывал, и тем не менее, и подводные лодки у нас сейчас тоже есть, и люди под водой дышат, и живут, и все там нормально. Поэтому нам нужно понимать, что сейчас возможность помечтать и посмотреть, как бы нам хотелось свой бизнес, даст нам возможность в следующем году очень четко с ориентированием на то, куда я продаю, кому я продаю и какой именно продукт я продаю. Для тех, кто хорошо знает бизнес-модели, ваше четкое понимание того, куда вы идете, или четкое понимание вашего клиента позволит вам на основе ваших возможностей сделать бизнес-модель и понимать, откуда, каким образом будут приходить деньги.
или через какие ресурсы вы можете получать еще один дополнительный доход. То есть здесь, если я возвращаюсь на выбор наших возможностей, наша маркетинговая возможность должна быть основная и план Б. И план Б, и основная могут меняться. Желательно не разбегаться, то есть с точки зрения фокусировки мы не оставляем все остальные возможности. Мы просто сохраняем их, понимая, насколько они могут соответствовать нашему рынку дальше. И я думаю, что мы на данный момент уже закончим с рекомендациями. Еще раз хочу посоветовать работать вместе с вашими работниками или вместе с вашими, вместе с вашей семьей, которая работает у вас в бизнесе, для того, чтобы принимать правильное решение. Для тех, которые присоединились только сейчас к нам на третью часть семинара, на третью часть вебинара, вы получите все материалы и по первой части, и по второй части, включая ссылку на материалы, которые здесь есть. Например, те ссылки, которые идут сейчас на рынок, то, что я давала, и те материалы, например, как таблицу, которую я вам сейчас показываю, и те материалы, которые были и на первой, и на второй встрече. Там есть несколько видеороликов, которые тоже желательно посмотреть, потому как клиент, возможность его оплаты и его требования очень четко меняются и, естественно, стараются начитывать свои условия. Поэтому ваш 2020 год, уже начавшийся, вы можете постараться продвинуть свою основную идею, но постарайтесь реализовать что-то более четкое, начиная с сегодняшнего дня, оценивая ваши возможности и понимая, что вы на этот год, на будущий год можете что-то добавлять и иметь дополнительный доход. Мы на сегодня закончили, материалы у вас будут. Дмитрий, большое спасибо, Наташа, спасибо. И все остальные получат материалы по имейлу, включая первую и вторую часть. Спасибо всем участникам, всего доброго.